И мы это не что запишем. Так. Ай, блин! Жопа ты, а? И чё? Слушай, приловчился, а я Саша, буду стрелять сегодня. Блин, Саша, он приловчился со снопами. Короче, идем на живой бой там или там на пистолетах. С ножами на перестрелку? Да, 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 пока мы там, да. Чё на карте появилось? Появилось? Опа! Неужели не попал? Двигайся. Опа! Ай, видел? Да ладно, что двоих? Ты видел выстрела двоих сквозь стену? Бля, это суперкилл записанный, блядь. Ой, а кто играет? Кто играет? Ари, ты тоже играешь? Да, 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 мы вчетвером, короче, играем. Ты видел? Блин. Это, ну это надо, ну это, говорю, это надо, говорю, надо тогда не туда, не в канал, а это самое, делать конференцию, тогда я смогу, допустим, транслировать. Короче говоря, просто двигайся как в GTA хотя бы, влево, вправо, влево, вправо. Да я говорю, блин, я пытаюсь. А когда выстрелил, либо резко влево ушел, либо и еще близко не приближайте, средняя дистанция ставьте, дальний не ставьте. Видишь, сразу меня убили. Вот я дальник поставил, сразу убили. И успевает это как-то останавливать. Блин, ну двоих сразу. Ой, ладно, ладно, тебе просто повезло. Это скилл? Да, да, скилл, ага. Матчмейкинг скилл. Ой, ой, ой. Покажите свои личика, Гюльчата, и вы где? Нет. Нет? А, блядь! Это было жестко. Парадокс, тебя идут резать. Да не прыгай ты, я просто. Молодец! Молодец, молодец! Парадокс, тебя только что унизили. Потому что с ножа зарезали. На нож его, на нож еще раз. Да, на звук бери. Они оба там. Ай! Че такое? На меня отвлеклась и получила пулю. Ох ты какой, сквозной. Блин. Долбаные снайперки, ненавижу. Учись. Учись. Быть лучше. Опа! Кто-то там бегает. Опа! Сучка. Получил пулю, да? Как так-то, бля? Это невозможно в натуре. Ай! Сдал кровь, правильно? Да. Давай, Саша. Давай, Саш, давай. Минус 11, вы чё, бля? Какой минус 11? Вот сейчас у нас в Москве минус 11, у нас резко похолодало сегодня вечером. Круто. С ножом на перестрелку. Режь его. Режь его. Саш, потому что он прыгает своими прыжками, он всю жизнь будет прыгать. Давай. Правильно. Е-бой! Е-бой! Ничего себе вы орёте. Да блин, Саша тут Али зарезала просто. Так мне интересно, что ничего не видно. О, у нас Норби тут. Опа! На лицо поймал! Ебой! Блин, Оксан. Во! А у вас чуть больше стало, смотрю. Че как-то Warframe играть. Warframe пойдешь играть? Ну не надо. Ну не надо. А смысл ей слушать? Она ничего не видит, просто слушает разговор. Реально интереса мало, вот я тебе честно скажу. Короче, я разберусь, как трансляции делать это к выходным. Я сам трансляции буду делать. Блин. Блять. Ну все понятно, Норбич пришел, сучка, блять. Ладно, будем стараться играть. О, все, парадокс тебя обходит. Их там что, двое? Трое. Против двоих. У нас Норби, у нас Норби. Остался, я думал, один остался. Норби у нас еще. Норбич, здорово. Давай, я тогда буду говорить, если я умер. Тогда говори, если ты умер. Да ну нахуй.
попал при таком стрейфе. Ну ладно, бог с ним. Так. Ебой! Жопа. Ебой. Так бы вы слили. Не, ну норм хорошо стреляет, чисто из этой... Да, ну, он приловчился, ты чё? Да, ну ничего страшного, сейчас накажем. Я бы даже сказал, предращился. Успел выстрелить? Нихуя себе. Бля, у меня пинг 5. А, ты тоже 5, смотри, прикольно. Двигайся, мансуй, мансуй. Двигайся, вот так вот и двигайся, стрейфься. Тогда не попаду, ты стой на месте. Прячься, да. Не забывай снизиться патроны. Ебой! А ты правильно, ты живой ебой! Эльбис, а ты от первого снимаешь после своего убийства или чё? Ну да, а у меня же беспрерывная запись идет. Ох, блин! Просто да, разнесли, как ну бофу делали. Ну это потому что Норбыч, а так вы бы слили. Да, но Норбыч-то не убивал, мы убивали Саши сейчас. А потому что ты отвлекаешься, вас больше. Я же на большего количества людей ладно, отвлекаюсь. Ладно. Хорошо. Видишь, я пока ищу там, а он оказывается с другого боку. Ай! Тут чисто везение. Тут уже даже не скилл, понимаешь? Так, тебя обходят, аккуратно. Блин, обожаю. Карта что? Короткая. Вот если бы она была длинная, как вот старые вот эти вот карты в CSGO, то пока ты до меня дойдешь, даже когда много намного, хрен попадёшь. Ну да, ну да. Эльбис, может, не хватит деваться сразу вначале? А вот это очень странно, короче. Во, ни хера. Нахереть можно. Ой, ничего страшного, везет. Ну-ка, сейчас, подожди-ка. Я сделаю вот такую штуку. Норг за нас пошел. Ах ты падла! Да нет, смысл за нас ходить. Останься там. Ты баланс убираешь. Иди туда. По-любому иди туда, обратно. Норг, обратно иди туда. Бессмысленно. Так, сейчас я попробую. Блин, нам хотя бы трое на трое, чтобы у нас третий был еще. Ну, ради прикола, вдруг придут. Я не знаю, кто это такие. Да в смысле? А вы что, все в одной команде или нет? Нет. Опять 2-3% осталось. Ох, блядь! Чего ты? Вот если б ты, как я, двоих, да сквозь стену в башню... Ой, ладно, ладно, всё. Когда так сделаешь, тогда ты можешь там еще что-то говорить на равных. А пока... Да. Нубиан. Ага. Нубиан. Блин, не успел, блин, успел же нажать, сука, Норби. Да ладно, блядь, не попал. Он идет к тебе, Блин. Ну я и говорю. Для ВП бы, конечно, карту подлиннее. Где далеко, долго доходить. Хотя вот это хорошо. Ну, видишь, она хорошо, я так понял, один на один чисто выяснять отношения. Ух ты, чья-то башка улетела нахуй. Блин, капец вообще. Да, как-то... Слышь, парадокс, давай к ним. Да, давай как ты к ним, а мы вдвоем останемся. Давай, да, попробуем. Может быть, такой баланс будет более-менее. Да, сложно. Просто Норби, Норби слишком хорош. Только вышел, да? Да, бывает. Не, ну вот у меня, я говорю, а вот на верхотурке я нормально. Хорош. Отлично. Ну, либо тогда не идти резать, давайте это так договоримся. Резать не ходим, чисто стреляемся. Раз это уж... Норби тоже скажи, в чат голосовой скажи ему, чтобы он резать не ходил. Чисто. Резать не ходим. Бля! Да,
не успел прицелиться. Фига себе. Блять! Затопил! О, Саша! Просто ничего. Да, норм, да, не ходим резать. Да он тебя уже не слышит. Ты когда умер, он тебя не слышит. А. Да. Да, резать не ходим, просто играем чисто так. Максимум медаль до воды доходить. Медаль, да, за службу в 2017, блин, служивый. Отлично. Это херня, стоп. Да, что-то с мышкой странно. Так, сейчас поречи сделаем. Надо двигаться, Саш, не будешь двигаться. Ай! Врёшь. Блин! Вы двигаетесь, несмотря на то, что вы его ловите, все равно двигаетесь. Он же двигается, вы не понимаете, когда, как диверсант сказал, когда резко выходишь с АВП... Да, блядь, вы серьезно? Нет, когда резко выходишь с АВП, то тебе придается скорость. Это специально сделано для АВП, когда ты с АВП играешь. Поэтому то, что вы так вот стоите, это да, но против хорошего игрока вам это, блядь, не поможет. Блин! Блять! Подловил! Мое сердце! За меня отомстили! Разбор полета, да. Жесткая игра. Давайте, ребята! Позиционен. Поем! Просто говорю, по нему по КД стреляйте, я не знаю там. Нагинайте его КД, да, опускайте его КД ниже плинтусов. Да, да, да. Ох, смотри, это было рядом. Вот видишь, он стреляет и сразу уходит. А допустим, как русский мясник делает. Он наоборот резко мышку в сторону и прыгает. Ох, после, блин, выстрела. Позиционен. А то так тоже, кстати, можно делать в прыжке. Слушай, стрелять. А как это ты пишешь вот это? Что это такое? Remember to raid having fun. Что это? Как это? Чего? Это ж не пишешь, это ж не... Ну он мертв, King Irbis, having fun, remember to raid. Хуй его знает, я не знаю, когда это сама карта пишет, блядь. Я же не в курсе, кто ее делал. Это карта 2018 года, вот новенькая. Все, в мастерской самый свежачок, блядь. Так, кто у нас остался? Али, ты не в ту сторону вообще смотришь. Я знаю. Не мешай ему, он сосредоточен. 35 секунд. Блядь! Я знал, что он там, я ждал, пока он отсюда выйдет. Да, Сиборг, понял. Ты виноват, понял, блядь? Да, виноват, да, я виноват, естественно. Во чем виноват ты? Я. О! О! В прыжке меня кто-то подцепил. Блядь. Это был я. Я, да, тебя добил. Да, меня два раза. Это я тебя два раза. 191 урона. Вижу. Ай-яй-яй-яй-яй. Ох, красиво. Хорош. Да, здесь именно через край можно, видишь, как простреливать? Через пол. Через половину вот этой штуки можно простреливать. Да. Да. Ну, наверное, да. Ну, не да, так оно и есть. Спи, моя радость, усни. Опа! Я думал, попадет, не попадет, попал. А, бля! Че, выжил? Да, выжил. 20%. Смотри, сейчас умрешь. Давай, ну-ка. Смотри, на изи. Так. Бля! Лаки бой. Это скилл. Это да, или... Так, не отвлекаем, пусть человек сосредоточен. Если мы отвлекаем... Ох, блин, он подловил он тебя. Он ждал, пока ты выйдешь, просто туда целился тупо. Да. Да. Жизненно! Жизнь! Жизнь, боль. Так.
Что-то башка улетела нахуй, я так понял. Опа, еще одна, нет? Ай, блин! Это Норби. Ждет. Снайпер, хрен. Если, короче, я зайду в КС, и у меня нет вас в друзьях, я к вам не смогу так подключиться, да? Мы... Да, можешь. Ты кинешь приглас, я, допустим, приму и в друзьях приглашу в игру. Она не кинет приглас. Если я в стиме, в друзья не добавлю. Нет, так не... Так, ну, надо добавляться. Да. Изи. Такое ощущение, что... Норби ВХ. Да? Да, он прямо на песню. Да смотрит, нет, когда... да тебе так кажется. Нет, есть такое Prefire. Ну, понимаешь, можешь посмотреть всякие лайфхаки. Те, кто играют, ну, грамотно. Мы не будем уж. Лайфхаки, они там знают, как Prefire. Допустим, есть глобалы, которые когда идут, когда вот всех поубивали, да, там остаются, они вот знают, где люди шкерятся. Если ты хочешь, можно вот именно серьезно заняться этим, конечно. Он просто постоянно стреляет с нее и все. Нет, это да. Нам с так другом, кажется. Что... С другом играешь, садишься, где обычно шкерится. И ты запоминаешь, как в это место попасть, убивая его. Вот и все. И вот так вот несколько дней тренировок, и ты будешь знать все места, все эти, все раскидки, всю вот эту парашу, всю эту дичь. Все ты будешь знать, без проблем, знаешь. Нет, просто Норби крысит, блин. Ну правильно, это же ВП. Ну да. Мы же сказали не рашить, иначе... Поэтому я ненавижу снайперов. Поэтому учись играть снайперской винтовкой. В GTA вроде как... Не могу! Нет слова не могу, есть слово не хочу. Я возвращаюсь в GTA. Я хочу увидеть Кельца. Всё? Опа, да блядь! Ах ты жопа! Там сука, если увидел, сделать, блин, если правильно, а? Смотреть в створе. Да я понял, что ты меня уже увидел. Блядь! Ох! Молодец, отлично, Саш, отлично. Давай. Огонь! Двигайте, выстрелила и огонь. Двигайся, Саш. Выстрелила и двигайся. Все время, вообще надо все время двигаться, научиться двигаться во время этой фигни. А дальше там, знаешь, как в принципе, мясник правильно говорил, в основном это стрельба интуитивная. То есть ты как бы подводишь и резко должен успеть выстрелить. И уйти в этот же момент от чужого выстрела. Вот, ты ушел. Отлично. Играйте как в GTA хотя бы, блин. Делайте стрейф как GTA, влево-вправо, ну хотя бы делайте его, уже будет сложнее вас попасть. Ой, да нифига подобного. Делай стрейф, хотя бы не, и попробуй его делать. Хорош! Отлично. Просто ну, да. Разместите этого Норба со странца, блин. Труп его, надругайся над ними, жестоко надругайся над ними. Надругайся, да, рипните Норба, блин. Стопудово мне потом будет писать, что я рип. Так, отомстил нубу. Да ладно, Юрий. Ай! Да ладно! Смотри, успел попасть. Блин. Изи катка, бой. Ой. 13, у меня 13. Ёпта, больше, чем у вашего главного. Так, вам нужно еще одного человека в команду. Так, ну давай, мы тогда теперь контртеррористы. А вы террористы. Эй, что за самое, да, на обратно. Саша, давай тоже, да, за них. Ну хоть какой-то баланс есть, более-менее. Как тебе сказать? Норби слишком хорошо играет со слепой. Слишком хорошо. Ну вот, смотри, вот я только вышел, все уже. Пулю получил. Это называется ебаная респа. Да. Зашибись, троих всех. Учитесь. Для чего? Как говорится, если ты хочешь учиться, играй с лучшими. Когда ты там чему-то научишься, а ты будешь играть с нубами, тебе никакого интереса не будет. Ты выйдешь на их уровень, расти не будешь, вот и все. Это ж, блядь, закономерная хуйня.
Вот здесь вот есть такая точка, где можно вот так вот стрелять, блядь. Да блин! Ну ты видишь, как я играю, как в GTA? Посмотри внимательнее, полетай духом, видишь, как я? Да, да, так ты в GTA играл, ага. В GTA я нагибал, блядь, я в GTA играл. Да, 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 да. Я нубов просто карал. Опа! Выжил? Опа! Ну чё, вот я всех убил. Али, ну как так-то? Давайте просто помолчим. Жопа просто. О, начали уже играть более-менее. Нор против Норбича тяжеловато, конечно, согласен, блядь. Все равно надо двигаться, не будете двигаться, будете проигрывать. Да блин, проигрывать. Как он увидел? А видно башку было, даже я увидел. Да, 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 Свип, да, я смотрел. Я даже я ее увидел. Ладно, хорошо. Смотрю, хорошо, хорошо. И стреляйте это с короткой вот, первым увеличением, ненавижу. А не вторым. Да, никогда не стреляйте вторым увеличением. Да я так и делаю. Вот все равно. Не вздумайте привыкать, да. Блин. Вот и все. Вот видишь, меня Саша подождала, убила. Нет, просто да они уже в него попал. Они просто сконцентрировались, а я говорю, а я уже угорать начал, понимаешь? Вот видишь, он прыгает, двигается. Смотрите, как он играет. Вот тоже прыгаете вот так вот. Ну там хуёво прыгать. Высота, по-моему, а нет, нормальная. Ну на ха, я тебя в прыжке попал. Да, Олег. Можно попал. О, видишь, что он делает? Это уже, это просто уже, это уже называется выебоны, да. Это уже выебоны называется, извините меня за мат, ну, простите. Ну это правильно, правильно, ну ничего страшного, что-то. Со временем сами так научитесь делать. We are Oscar Mike. Блин. Ну вот, и вот я стрейфился, и что толку? Я просто был резче. Я просто поставил... Нет, ты просто стоял на месте. Я... Ты просто стоял, не, ты не, стоял на месте, поставил... и у меня усилил. Не, у меня сейчас мышка стоит 3000 dpi. Угу. У меня очень резко двигается экран. Вот даже сейчас, если посмотреть, я вот делаю потом на записи. Очень резко двигается. Хорошо. Блять! Да, резкий. Ну, да. Я двигал мышкой, как бы. Ну, да, чтобы... да, да. Не, реально так. Вот на, получи парадокс. Да блин! Нажал же. Тут клянусь, я на него навелся. Я должен был попасть. А, блин. Ножи, да ну. А, ну давай. Саш, у тебя не полный ХП. Ну да. Тем более против него. Сейчас Сашу порежут. Один тык, да. Ну вот, да. У него наверняка еще штык-нож, там, блядь, 1050. Надо было в конце, когда подбежала снайперку, достать это и бух. Блядь, нас, сука. Сюрприз, да, да, да. Сюрприз, мазафака. Получи, блядь. Опа, блядь! Опа! Опа! Блядь, больно? Конец-то. Мне какая-то хуйня маску убила, блядь. Умри! А, это... Ты еще живой, да? Вот я сейчас выйду, он стопудово меня убьет. Конечно, он тебя убьет. Не просто тебя убьет, он тебя покрошит. Блядь, ты полчаса думаешь, он... Да я, блин, писал, я хотел на ножах. Хотел на ножах. Ка, зажми, ты будешь говорить, он тебя услышит. Это на всех типа? А, да, он не слышит, да, не знаю. Чё? Опа, блядь! Кто там такой резкий? Кто меня ждал, а? Я Мансю! Опа! Чё, выжил, тварь? Бывает. Ну шо, мансер? Ну, да мансился, чё. Ну давайте, ждите его, блядь. Вас трое. Сейчас будет эйс. Справа. Справа.
Сейчас говорю сверху, либо самый сверху. Хорош, как же я хорош! Отлично. Хэдшот поставил, да. Я прыгнул. Наконец-то! Наконец-то! Пришел с ножом на перестрелку. Он сам написал красиво. Блять! О, отлично. Да, блять, геймпидрис, умри, блять, за это. О-о-о! О, да. Что вы там делаете? Да, блин, тут на этих, на ВП, блин, стреляемся. Пацанчики проигрывают. А я зашла поиграть, очень интересно. Очень интересно. Вдали, блять. Конечно, интересно, ты света здесь нет? Может, интересно. А потом мы поставим карту, по которой называется ужас, это глаз. Да, я же говорю, зашла в очень интересный режим поиграть. РПГ против инсургентов? Да, бигу зашла. Мы же сказали вроде как. Ай, блин, сука! В речку не заходим, вот и плавает твой труп. Нежно и красиво. Гнить в воде. Иди в жопу. Понятно. Кто-то кровь сдал, правильно? Че? Кто-то кровь на стену сдал. Да там кровь, мы кровь сдаем, короче, да. Донорами становимся, тихо, понимаешь? Что там, говорю, на РПГ-то, говорю, там эти Big D, да, всякие? Да. Кстати, Свербор передает привет Big D-ку. Кто такой? Ты что говоришь? Я говорю, скажи, что я передаю привет, да, Свербор передает привет. Блять, сука, что такое? Почему пробел не сработал? Я хотел прыгнуть, блять. Твою мать, дебильный пробел. Ну нет, скажи хай фром Свябор. Я же говорил, зачем близко? Да блин, ну почему? Я выстрелил. Ооо, неужели? Нет, ну я... Рот закрой, я скилловый, слышишь? Я выстрелил. Нет, ну честное слово, я выстрелил. Почему он не сдох, блин? Потому что отошел на стену. Да не успел он отойти. Это газмод. Это что такое было сейчас? Нихуя себе респа, запизделся. Ну ладно, похуй. Не, бывает здесь такое. Мы с Дивером играли, он тоже первый почему-то вышел. Сейчас вы будете умирать жестоко. Есть. И последний. Ох, блядь! На жопке шерсть! Фу, наконец-то его есть. Хоть один раз. Да, да! Да, что-то по убийствам как-то у вас все очень плохо. Ну, блять. Это Норби все внес дисбаланс. Да нахуй. Причем не я один в тебя стрелял. Мой был. Мой второй выстрел был. Откуда? Да. Справа выходит. Слева. Блин, снизу. Хорош. Короче, ну, знаешь. Пизда вам, нубы. Короче, знаешь, как это самое? Я буду Норбу отвлекать, вот, чтобы он вышел и убил меня. А ты его убив... а ты его отбиваешь, если что. Ну а как еще ты, ё-моё? Я иных вариантов просто не вижу. Да ладно, попал? Попал. Ой, да ты... Слушай, смотри, Али-то разыгрался. Хорошо. Мун топ, даже в КС. Ну, а то. Ох, блин. Мун Рип Крим. Что?
Да, да, да. Нормально. Нормально. Если бы. Где? Где он? Центр. Центр? А, ну как обычно. Ох, блять! Ес, мунтоп! Да! Да, сука, да! Блять, хорош! Бред какой-то уже. Вот это вот. Вот это бред. Все, он щиты подключил. 56. Не, пин 57, я первый нажимал. Быть такого. Ну ладно. Странно. По центру, за колонной, за колонной, за колонной. Ох, блять! Мунтоп! Все, officially approved. Слышь, Оксан? Сейчас соберемся. Да, ремонт тащит, все. Молодцы. Ну. Они слева. Все слева. Отлично. Да ладно, вы его как-то... Да ладно, да. Я даже достижение заработал. Искусство ведения боя, блин. О. Пуш. Кто еще? Бля. Ясно. А кто третий-то? Кто еще зашел? Чуть не понял. Ай, блин. А, это я пригласил. Кто это? А это кто? Я не знаю. Репит Елегуа. Привет, короче, мы с друзьями играем в Дискорде. Блин, это очередной задрот. Ну ты чё? Наверное, я не знаю, чё, Олег. Блин. Сейчас посмотрим. Олег, как правило, скажи. Типа без ножей и давай. Да, они без ножей, короче, никого не режут. Да они тебя не слышат. Сейчас, когда, говорю, раунд запустится, скажешь. Вот сейчас. Без говорю. Ножей, народ, не идем резать. Lock and load. Бля. Ой. Бля, только начали тащить и такой чувак. Ну, блин, естественно, зашел. Какой-то репит, блин, сраный. Да, бля, ну вот. Ну пиздец вообще. Играйте, успокойтесь. Ааа, ёбаные задроты, чтобы их, блять, раки трахали. Не знаю, кто этот рак. Куда вы бежите? Бежать надо прыжками, а не просто бежать. Ну как? Ну я ж нажал! Ты, как, а как вот я выбегал, ты меня вдвоем ловили и убивали меня, блядь. Да нет, ты, блин, ну я нажал, реально, я нажал. Это как GTA, вот знаешь, когда нажимаете одновременно. А я мог затащить. Мог. Я этого опять Норби на лету убил. Монета за 5 лет службы. Хуя себе, блядь, чувак там играет. 5 лет. Сколько? 5 лет службы у него, мать. Служивый, блин, очередной. Молодец. Служил. Ага. Где, блядь? В CSGO у них войска. Последний раунд, думаю. Да не, неплохо, неплохо. Ну давайте я могу за вас перейти. Пиздец. Извините меня за выражение, нет слов просто. Нет, не успею, блять. Ну ладно, бог с ним. Ну давайте, пробуйте. Охуенно. Свиборг, двигайся. Да конечно. Ну как хочешь. Тебя сейчас убьют. Видишь, он? Вот он все время двигается. Видишь, он не стоит. Видишь, как он присел. Ну, блядь, двигается. Отлично. Ну, давайте четвером против двоих попробуем. Давайте. Может, затащим. Но этот чувак двигается, сразу говорю. Тут как бы вот такая хуйня с ним не прокатит, блядь. Нормально. Блядь, он это сидел, присел. Молодец, красавчик. Я ждал голову выстрелить, а он присел. Вот молодец. О, смотрите, как он двигается.
Тут даже, блять, это обидно, короче. Пизда вас. Короче, хуй вы в него попадете. Ух, какой он, а, блядь. Он еще и грамотный, тактически играет. А он вам не дает. А, все понятно. Он пользуется вот этой хуйней, которую я вам говорил, диверсант. Когда ты с АВП, когда ты выскакиваешь резко, у тебя преимущество. И он им отлично пользуется. Я ж попал по нему. Нет, не попал. Посмотришь потом, вот как раз вот этот последний момент, и да посмотрите, понял, как он играет. Да я понял, не снес ему ни хрена, но я на него навелся, нажал, выстрелил, и ничего, нормально. Да. А знаешь почему? Ты ждал башку выстрелить, я в корпус ему навелся. А он присел. Привет, привет, хай. Я в корпус ему выстрелил, понимаешь, в корпус. Ой, блядь. Ладно, пофиг, сейчас у меня... Он еще и настраивает. Да. Сейчас попустюсь. Let's go. Ну шо, Али против? Да. Жалко, что Ника. Меня. Заблокировала. Да. Блин, только голову показал, думаю, что успею навести. Мне кажется, что как-то, блядь, неправильная игра. По-моему, я что-то куда-то не туда попал. Жалко, что Ника меня заблокировала. Давайте так поиграем. Он заблокировала. Он за вас, мы давайте так поиграем, давайте. Заблокировала. Попробуем поиграть так. Двое. Они сверху там. Блин. Что? Кто-то вышел или зашел? Что-то не понял. Да не знаю. Доверие. Где? Инфу, ё-моё, инфу, где? Слева. О, блин, чел затащил. Да тут, блин, нахрен тут... Он спец, чё-то не видишь, как он играет. Да я вижу, 5 лет службы, ё-моё, всё-таки. Слышь, короче, Норбыч, он играет с приседанием. Короче, да. Аккуратней, да. Нихера себе. Бля. Ай! Один был слева. Сиборг слева. Все, меня уже вальнули. Тебя вальнули. Да. Остался один, блядь. Интересно, затащит? Нет. Видишь, как выходит? Прыжки и убежал. И в него никто не попал. Охренеть можно. А вы что думали, блядь? Учитесь. Посмотри, как он играет. Посмотри, как он играет. Блин, Саш, ты посмотри, что он делает. Саш, аккуратнее, он приседает, не забывай. У него голова будет внизу. Так что стреляю в него. Да он не взять, он, а, он нет, он перед, смотри, перед выстрелом реально приседает. Еще раз, потому что ты хочешь выстрелить ему в башку, а попадаешь в итоге выше головы, а он присел. Ну да. Не забывайте это. Видишь, как он играет? Посмотрите, как он играет. Блять. Ну да. Блин. Вот двигался же, ё-моё, а. Всё, пиздец тебе, парадокс. А! Суши тапки! Грубо. Да. Помолчим об этом. Да, сказал, говорится. Сказал бы я, но не буду. Я слишком культурен для всего этого дерьма. Да. Ну он чекает, да, особенно эти точки. А он выиграл, он тут узнает. Все понятно. Что? Блять, сука, убила. Кто-то меня вальнул. А, он вальнул, ей. Это Элигуа. Поставить пальцы такой. Все, блять. Элигуа, блин, ну вот отсюда как-то не умею, я говорю, выходить так сам и стрелять. Просто не умею с этой точки. Да господи, чё они такие тупые? Чё? Да блин, врезается у меня. Да блин! Я видел, тебя, да? Я просто видел. А, понял. Не заходить на чужую территорию, не заходить. Слушай, реально? Убили? Убили и этого Легуа тоже. Ну так, блядь. Мы поняли, как он играет приблизительно. О-о-о. Понимаешь, тут
тут важна командная игра. Блять, да ладно. Редиска, блять. На нахуй, блин. В смысле, я его вообще не видел. За колонной, за колонной. Так. Да, а что там за звук? Как будто кто-то заходит и выходит. Тут периодически заходит и выходит. Все, молодец, понял тактику, видишь? Вероник. А вот видишь, когда просекается тактика, ему уже сложнее. Видишь, приседания уже его не спасут особо. You pissed the ball, blade. Gerbis. Да ладно, блять, как ты попал внутрь, блядь? Ты ну как ты учил, блядь? Как ты учил? Ты жлобный, блядь. Как ты учил, так и попал. Бля, повезло, ну бам. Повезло. Ладно. Ладно, все, сейчас я соберусь. Да, кто там выходит, заходит, чё? Да хрен, не знаю. Андрюха, может быть. Я не вижу, это надо сворачиваться. А сворачиваться мне не хочется. Ебой. Саш, прости. Заебал приседать. Блять. На, получил. Отвлекся. Вот, зато его сквозь эту стену прибил, блять. Да. А там сверху. Сверху, справа. Кто у нас? Элигуа? Элигуа это? Да, да. Элигуа уже зажмурился. Я его зажмурил. Сейчас вас зажмурит. Сверху, сверху, сверху. Сверху голова бегает. Нет, пусть слева выходит, блин. Слева выходит, спрячься. Опять я затащил. Молодец. Молодец. Так, время осталось. Шипер. Да как он простреливает, умирать, блядь. Сука? Да, смотри, сквозь эту хуйню тебя простреливает. Что я тебе говорю, можно простреливать. Если грамотно стрелять. Опа. Рядом было. Страшно, Слипер? Страшно было. Чувствуется, что страшно было. Ладно, ладно, сейчас, блин, сейчас. Сейчас я соберусь, блядь, там, с чем-то там. Баба! Баба, блядь, да ну на! Блин, может быть, согласен. Нормально, 5 убийств, хорошо иду. Хорош. Как они выиграли? Как они выиграли? How his win? How his win? Да. His win how? How his win? How на how? How не how? Let's go, let's go, let's go! Let's go, brothers! Чья была башочка там, а? Опа, да ладно, я чекал! Я же чекал, да? Блядь! Убили? Ну да, я его башку чекал, блядь, он успел выстрелить. Я его заметил, он меня убил. Блядь, пинг 67, блядь. Блин, он убов. Пинг я ебал. Блядь, они как-то успевают убивать. Ебой! Саша карту спрашивает, эту будем только играть или еще другую? Буду сейчас другую играть. Сейчас этот раунд дойдет и пойдем в другую. Там есть дает. Пару мясных карт. Можно сделать такую карту, называется Deathmatch, блядь. Давай. Блядь, нифига вот это себе. Хуета, блядь. Ой! А, ну-ка. Блин. Сложно сказать, как он так убил, вот честно тебе скажу, он не мог меня видеть 100%. Это ВХ, стопудово. Нет, я думаю не ВХ, он просто знал, куда стрелять. Ну, может быть. Нет. А может ВХ. Может ВХ, но пока я не вижу, что было ВХ. Ну чё, парадокс, время умирать, блядь, да? Правильно? Давай сейчас, возьми и умри, блядь. Норба, блин, убили просто. Как ему, блядь, Норбыч. Норб, как ты мог умереть, блин? От нуба.
Саша, собери. Оооо. Ну как так? Да what the fuck? Ладно, сейчас буду тащить, так уж. Че ты над моим трупом издеваешься? Шопа. На, блядь, ёбана в рот. Нихера себе, блядь. Нахуй, блядь. Блядь, где там мой, там мой. Ааа! He's mine, he's mine! Сука, норбы. Ну чё, время умирать, блин, убы. Let's go, let's go! Нормально. Я Саша, у меня морби. Саш, прости. Изи! Да ладно! На нахуй! Изи слив. Просто вот так вот, видел как? Как вот эту винтовку бросил вверх. Да, бросил, и она там так вверху. Так, решающий раунд, собрали попки. Собрали попки? Чего? Блядь, сучка, прошиб. Прострелили? Два раза тебя прострелили? Или три? Два раза он меня так прострелил. Ну, один раз я в тебя попал, по-моему. А, нет, не попал, тогда не писали. Блять, вот то же самое, я сейчас стрелял, по идее, должен был убить парадокс. В принципе, я в ту же точку стрелял, как и тот. Так, убери парадокс. О! Вот это я понимаю, тащиво. Блять, мы никак не можем сыграть раунд. Осталось 13 раундов, Олег. Попала сесть в колясику. А колясику? Там, не, мы должны были это меняться. А, он вышел. Так, ладно, пойду еще на РПГ, это будет. Ай! А он ходит на РПГ, колясик-то рыжий? Не знаю. Спроси, а ты спроси у него. Я уже ушел на РПГ. А, да я же попал, в смысле? Ни в кого ты не попал, у них полное КП. Вот, Саш, прости его. Повезло. Прости его. Повезло, ну бы не, его теперь да, вы выиграли. Да ничего да, не повезло, там. Ничего не повезло там, я говорю, это скилл. Нет, это повезло. Понял, понял, Алик. У них это скилл, а у нас это топу повезло, понимаешь? Да ну нахуй, блять. Вот это убийство, конечно, у меня действительно вызывает вопросы. Последние три вот эти, как он убил, конечно, блядь. Я не знаю, ну не в УХ, конечно, но... Он реально меня не видел. И не мог видеть. Ай! Откуда? Вот, я... вот сейчас... Вот, не, вот а я... как меня Норби убил? А как, вот как он меня видел? Он меня не мог видеть, блин. Винтовку видно. Не забывай, ты еще можешь видеть ствол в игре. Человека, да. Тут тоже есть такой момент. Я не понимаю, КС. Сошлёмся на мою. Вот как он так резко выскочил, блядь, и убил, а? Все, это подруб. Ну, не знаю насчет подруба. Блядь. Он меня видел, согласен, я не успел добежать. Хорош. Странно, конечно. Вот ты говорю, пару убийств, у меня просто реально вот вопросы. Как он? Он не, реально не мог видеть 100% игрока. Да не знаю, говорю, может, вот ты сам говоришь, что говорю, они. Да, но они приблизительно представляют, где он должен стоять, куда надо выстрелить, блядь, да и все. Блядь, да ну нахуй, выстрелить. Блин. Ну вот такая вот херня РП, это АВП, учитесь, блядь, хуй делать. Вот вам, блядь, взяли игрока. Давай, Али. Хорошего. Ну смотри, я говорю, у него, да, у него кило больше всех, но... Мы у тоже кого? Говорю, ну тут какой-то Элигуа, как-то так, в общем, иностранец какой-то. Ты
Короче, иностранный пидорас. Нормально, я вышел. Не надо так обзывать. Шутка. Да шутка, шутка. Ой, свип косу, косу. Саш. Свипер просто ну бовый, ну! Да ладно, чё ты чё? Ну чё косой-то, говори, я не успел, да, выстрелить, она успела, ну, молодец. Прыгает, прыгает, прыгает! Блин, видим. Это new тактик, блядь. Ха! Опа, блядь! Резко, да ладно, ты шо, охуел что там, блин? Я говна въебал. Да, я смотрю. На, получи. Я не знал просто, где он, делал не в этом. Получи свинцовую, блин, получи свинцовую. Я не знал, знал бы, где пизда не была бы, блядь. Пилюльку получи свинцовую, все. Блядь. Смотрите. Норби минус. Опа! Блядь, как ты выжил, блядь? Живучий. Ты по ней не попал. Нет, Саш. Ох ты ж, да ладно. Надо двигаться, надо двигаться, Саш. Ядрен батон. Надо двигаться, Саш. Блин, Оксан троих просто минуснул. Разом, а? Ничего себе. Да. Молодец. Ну как, вышел? Ай! Норбис, сука, сука. Так, он слева. Ой, справа, то есть. Кому ты это говоришь-то? Не знаю. Ну сейчас бой это, бой суперменов будет. Бой суперменов. Чей скилл, блядь, лучше? Ни хрена себе! Он его... Как вот он его убил? Блин, я не посмотрел. Он резкий, как вода в унитазе. Говорю, для АВП нужно ставить чувствительность мышки максимально, чтобы резко, быстро дергать. Так она у тебя тогда начинает прицел сбиваться. Это кажется, это вау, ау, ау, ау. Хуй попал, правда? Да сука, бля? Жопа. Короче, надо... Бля, я тоже выстрелил, видите, два раза блин, выстрелил. Норби подрубил, все, Норби подруб, все, Норби читал. А вас двое. А как это? Все, один слился. Али куда? Али не выдержал напора? Блядь, да ну нахуй! Это-то ладно, я тот почему выжил, я его сквозь стену бил, второго. Как второй-то? А, убили Рера. Лего. Да ладно, забей. Чему инфу давать? Все. Парадокс нас покинул. Ха-ха-ха. Бубный. Сейчас погоди. Опа! Сучка! Ох, блин! Ох, блин! Ох, блин! Ебать, блядь! Ох, блин! Сейчас, да, подожди сейчас, когда я Али приглашу, скажешь, по мне не стреляли? Let's go, let's go! Давай. По Свиборгу не стреляйте, он Али приглашает. Сейчас я посмотрю, хоть что происходит-то. Али, ты тут вообще? Али? Да, я тут. Чё ты вылетел? Ну, видимо, интернет выкинул. Ну, ты, Игорь, заходи давай. Секунду. Ну ладно. Ну да, Игорь вроде, да, уже? Ну, да, по сути. Так. Да ну на... А, Свиборг стрелял, ну блядь. Зачем ты стрелял? Я с этим чуваком разбирался. А, да? Блин. Блин. Нормально. Ну бы, бля. Next map. Тихо, тихо, давайте. Может, да, другую карту? Да, next map. Выходим. Да, надо сейчас. Годно.